Сегодня в Черкесске прощались с Евгением Билановым, который ушел от нас на 63-м году жизни. А перед этим более 15 лет был главой Черкесска и столько же лет руководил городской думой республиканской столицы. До избрания на эту должность многие годы работал главным врачом станции скорой медпомощи, за что был удостоен звания заслуженного врача Карачаево-Черкесии и Российской Федерации. Сегодня в республиканской столице состоялась церемония прощания с градоначальником, на которой присутствовали родные, друзья и коллеги Евгения Михайловича. Тяжело осознавать, что его уже нет с нами. Мы все с вами свидетели, как за последнее время расцветала наша столица. И в этом огромная заслуга, в том числе и Евгения Михайловича. Он был опытным руководителем, неравнодушным к своим коллегам, к своим единомышленникам и к судьбам горожан. Всегда стремился помогать людям и делать жизнь людей лучше и комфортнее. Именно благополучие жителей Черкесска он всегда ставил во главу угла, работая на таком ответственном посту. Не выразить словами. Отец. Рано, рано, все просто рано. Нельзя было так. Спасибо то, что ты меня воспитал. Есть еще и мелкая. Варюш, надо держаться. Отец, мы тебя очень сильно любим. Мы тебя не забудем. Спасибо большое то, что вы пришли поддержать. Царство Небесное. Спасибо большое.